Здравствуйте, мои дорогие. Сегодняшний разговор будет о том, что неплохо всем ощущать, когда их где-то ждут. И даже будучи полностью одиноким человеком, все равно осознаешь, что где-то тебя кто-нибудь дождет. Я снимаю шапку перед такими людьми, потому что я и сам такой. Мне нравится осознавать, что меня ждут. Что меня ждут дети, жена. А сейчас оказалось, что меня ждет еще также и работа. К сожалению, не та работа, которую хотел бы делать я.